Всех приветствую на своем канале, я Авро, и мы продолжаем прохождение такой игры, как Grand Theft Auto 3. Так, предлагаю поехать на букву G, потому что в прошлой серии мы L уже прошли. Про этих каких-то там бобенок отвозили. Почему у меня уже тачка дымится? Странная дичь. Ладно. Так, я не помню, какая миссия сейчас будет, потому что проходил эту игру. Не проходил, а играл. Очень давно. Очень-при-очень давно. Так. Планирую пройти ее на... Ну, короче, полностью. Не как обычно. А, кстати, почему я не прохожу Silent Hill? Мне он надоел. Я не хочу в него играть. Окей, давай. Последний ужин губастого. А, я помню эту миссию. Легкая миссия. Ничего сложного нету. Где моя тачка, слышь? Вот она. Просто тачку надо будет взорвать и все. Отвали. Еще главное не разбить ее. Вот в чем сложность заключается. Так ничего сложного. Гоу. Погнали. А, блин, не та тачка, ёпт. Господи. Отвалите. В принципе, времени здесь с горой нам хватит. Потому что эта херь располагается, в принципе, близко. Главное, тачку не поранить. Не побить, а то придется восстанавливать ее. Окей. Рассказал, здесь времени много дается. Воу-воу-воу. Тихо. Чё-то текстурки какие-то не прогруженные. Чё за хрень? Какая-то дичь. Просто дичь. У меня графика на максималках стоит. Дальность прорисовки все на максимум. Почему у меня текстуры некоторые не прогружаются? Не знаю. Так, как бомба включается, я не помню. Как включается бомба? Это вроде. Окей. Если сейчас моя тачка загорится, будет фейл, конечно. Да. Ну, вроде нет. Все, погнали. Выполнять следующую миссию. Пожалуй, сохраняться я, наверное, не буду. Все-таки здесь должно работать автосохранение, вроде как. Но это не точно.
Так, гараж у него правее находится чутка. Что-то я прослушал его, что-то надо было сделать. Ну давайте сначала зайдем в амунацию, я так думаю. Раз она тут на карте нам обозначается. Так, пожалуй, сменить тачку, наверное, стоит. Что это уже полудохлое у нас. Найс. Упырь. Так, понятно. Так, куплю пистолет. И все, походу, да, больше ничего нет. Еще патрончики можно. Чутка. Уе. А, я помню вроде как эту миссию. Это надо будет сейчас повара какого-то грохнуть. Не очень приятная миссия. Помню, она за пары мне давала. Ну, надеюсь, мы справимся. Да, это миссия. Угу. Китайоза. Го быстрей. Пырь, сука. Ну, как обычно, тачек нет. Нет, есть. Ну, какое-то говно, а не тачка. Найс, даже столб не смог снести. Еще по тупой дороге поехал, мог просто прям проехать. Ну, стрелять нельзя здесь. Странная хрень. Правда, он уже тоже дымится. Пёс, сука. Садись быстрее. Надеюсь, эта миссия бесконечная. Просто не дать ему оторваться. Надо ему впередок бить. Не знаю, что сделать с ним. Да стреляй ты вперед. Да кого ты стреляешь, дебил? О боже, что за хрень? Он был просто у него тачку стырить. Ай, какой он жирный муди, не встать не может.
Ладно, в принципе, неплохо прошли. Думаю, будет хуже. Думаю, вообще сольемся. Да. Так, поменяю машину. Вот это должно быть побыстрее немножко. То это вообще тормозов даже нету. А, блин, миссия же сзади еще. Чуть не заметил. Опять таранить. Ненавижу эти тараны. У меня тачка, по-моему, более-менее прочная. Надеюсь, справлюсь. Так, какую часть он не сказал? Да таранить. Эту хрень. Или просто таранить. Ну да, прочная уже задымилась, блин. Там, наверное, еще за мной будут мудаки всякие гоняться, как обычно. Ну да, копы. Думаю, стоит разогнаться побольше лучше. Потихоньку процесс идет. Упыри, отстаньте. Капец, ливень, конечно, льет. Просто жесть. Жи есть. Упс, извиняюсь. Блин, уже две звезды. Да, тараньте его. Не меня, его тараньте. Уёбки, а. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Сука, отстаньте. Подождите, стой. Отъебитесь. Блин. Все отлично, угоним. Давай. Сраный фургон не едет ни хрена. Хов, ну вроде как самое сложное позади. Эти уёбки мне, в принципе, ничего не могут сделать.
Они сами людей давят, блин. Еще за мной что-то гоняется. Вот и все. Копы перестали гнаться, это хорошо. Найс. Давайте еще на серию. Ой, серию говорю. Миссию пройдем. Что-то пока что легко идут, в принципе. Надеюсь, так же и будут идти. По-моему, не обязательно эти миссии проходить. Потом я их пока не буду проходить. Почему-то в GTA Vice City, по-моему, я их проходил. Мне почему-то, когда мелкий был, казалось то, что если я их не пройду, то у меня новая миссия не появится. Гонка что ли какая-то будет сейчас или чё? А нет. Го, погнали. Неплохая тачка, хорошо рулится. И этот быстро ускоряется, в принципе. Устойчивая. Мне нравится. Да норм все, братан, не кипишуй. Да, сейчас замес случится. Что тут ружье какое-нибудь достанет? Ну да. Твари. Шотстаки. Помню в Сити о этот. Liberty City Story здесь я отбивался. На компе вообще замес был, там хрен прицелишься. Как в принципе здесь. И эта миссия. Да. Нихера не сделал. Задавил тех ублюдков и все. Ладно, давайте сохранимся, съездим, да и все, в принципе. Думаю, на этом можно будет серию завершить. Упс. Так, телефона не буду проходить, пока новые миссии появляются. Если не будут появляться, то пройду. No problem. Ну там, блин, миссии такие противные. Ненавижу эти телефонные миссии. Бред полный. Хер закроется. Нет, закрылся. Так, ну давайте на этом закончим. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Может подписаться на канал, чтобы увидеть новые видео на этом канале. И всем до встречи в следующих сериях. Всем пока.